Сегодня на площадке СЦК во время работы Республиканского информационного штаба по противопаводковым мероприятиям в ходе прямого включения выступил аким Павлодарской области Асаин Байханов. Глава региона сообщил, что только в селе Жалаулы Актугайского района 2 апреля был введен режим ЧС природного характера местного масштаба для комплексного решения проблемы затопления домов села, расположенных в низине. Региональным оперативным штабом было принято решение о проведении комплекса мер по устройству 3 новых котлованов вместимостью 200 тысяч кубических метров воды. Это позволит комплексно решить проблему с рисками подтопления села в будущем. Со дня объявления чрезвычайной ситуации в селе Жалаулы Актугайского района круглосуточно идут работы по устройству котлованов тяжелой техникой в количестве 12 единиц. Угроза подтопления жилых домов полностью снята, обстановка стабилизирована. Всем жителям села, чьи дома пострадали во время паводков, оказывается всесторонняя помощь. Специальной комиссии производится оценка нанесенного ущерба, окончательное заключение которого будет получено 10 апреля текущего года. В других районах области такие же выплаты из небюджетных средств в размере 38 миллионов тенге получили еще 71 человек, чье имущество пострадало от паводка. Также пострадавшим на этой неделе будет выплачена единовременная государственная социальная выплата в размере до 100 месячных расчетных показателей.